Всем привет! Сегодня 14 февраля, и пока есть немножко снега, пока еще, правда, уже даже не такой пушистый, но есть. Хочу посеять сегодня лобелию, посеяла там уже бархатцы. В общем, пока снег, нужно этим воспользоваться, потому что вот-вот он уже растает. Я хочу в этом году посадить вот такие. В прошлом году только синенькие сажала, а в этом году хочу посадить и каскадную, и такие кустовую лобелию. Сейчас быстренько вам покажу. Смотрите, я любые, какие есть у вас, такие или такие, любые формочки, какие есть. Значит, обязательно надо продырявить. Шилом всегда прокалываю донышко. Вот такое шило, и по кругу проколола шилом дырочки. Первое. Второе. Я всегда насыпаю слой вермикулита. Всегда в любые, в стаканчики или там в любые посуды, которые есть, я всегда насыпаю вермикулит. Для чего? Для того, чтобы он все-таки втягивал в себя лишнюю влагу. Мы, бывает, переливаем, нехотя, но переливаем. Первое. Второе. Грунт. Для цветов я купила специальный грунт, хороший очень. Здесь тоже добавлено там много ингредиентов полезных. Не буду сейчас перечислять, так как не люблю длинные видео. Вот. Все. Сбрызнула грунт, пролила, вернее, грунт сначала фитоспорина. Пролила и пошла быстренько. Вот сейчас наложила немножечко снега. Все, теперь вот эту лобелию, она очень мелкая, но снег все-таки поможет, чтобы увидеть что-то на снегу. Вот, вот так отрезала. Сейчас посеем. Видите, ну просто мелко, до того, до такой степени мелко, что, конечно, лучше всего по снегу ее посеять. Вот, ну просто вообще ничего не видно. И вот так вот берем, так хотя бы что-то да видно будет. Ну, капелька. Вот так вот, 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 вот. Все-таки хоть как-то распределить, потому что по темной земле, ну, вообще ничего невозможно. Я просто даже обрадовалась. Снежок немножко у нас выпал вчера. Сегодня, думаю, нужно быстренько пересеять все. Ну, я вам на этом образце покажу. Вот. Вот. Не знаю, видно вам, нет. Но все-таки хоть что-то, да видно, что он более-менее. А потом уже буду пикировать стаканчики. И пикировать буду кучками. Ну, я потом покажу. Так удобно очень. Все. Вот посеяла, ничего я не буду, ничего я не буду делать, никаким грунтом присыпать, потому что они очень мелкие. Все, в пакет и оставлю здесь прямо на свету. Вот. Вот так. Пакет ставлю, закрываю и оставляю здесь же на свету. Вот. Все. Есть, конечно, такие, которые в темноте любят прорастать. Ну, эти, наоборот, на свету надо. Ну, и сейчас посею еще и вот такую. Это, по-моему, гранулированная. Вот. Снег, он идет и как стратификация, и легче сеять, и талая водичка полезна очень. Поэтому на снег очень полезно. Если есть такая возможность, конечно, надо посеять. Так, не буду больше вас задерживать я сейчас, потому что я хочу разложить вот эти вот малявочки по кругу, чтобы они тоже 20 штук у меня здесь поместились в этой посудинке. Все, что касается посева лобелии, я вам, думаю, сказала. Все, удачи во всем. Всем пока-пока.